Наряд милиции, прибывший по вызову в квартиру одного из домов в Червонозаводском районе, обнаружил там труп 26-летнего юноши. Грудная клетка тела была исколота многочисленными ударами ножа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками сектора уголовного розыска Червонозаводского отдела милиции в совершении данного преступления был задержан 17-летний неработающий гражданин, студент одного из учебных заведений города Харькова, который в настоящий момент признался в содеянном. На подозреваемого в убийстве, как рассказали правоохранители, удалось выйти всего за несколько часов. После задержания он не только сознался, у него были обнаружены и неоспоримые вещественные доказательства – орудие убийства и вещи, украденные у погибшего. Как оказалось, 17-летний юноша познакомился с 26-летним молодым человеком через социальные сети. Далее парни встретились. Встреча совершилась ссорой и кровавым убийством. Уголовное производство открыто по статье «Умышленное убийство», подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Виталий Лапскир, агентство телевидения «Новости».